Спасибо от молодежи. 60 баллонов краски, стремянка, стена гаражей. Рисуют для врачей, которые почти 3 месяца работают в красной зоне. Мы хотим сказать им спасибо за то, что они сейчас в такое тяжелое время там для России, для Барнаула, для края работают. Я думаю, им будет приятно, потому что исторически так сложилось, что на Юрина большая часть больниц. И медработники, я думаю, часто по этой улице ездят на работу. Рядом кардиоцентр, больница номер 11, 12 и 4. Такую креативную благодарность Анатолий и его друг Виктор организовали сами. Эскиз тоже их, авторский. По задумке, это коллективный портрет 1500-й армии врачей. Столько медиков борются с пандемией в крае. А настенная живопись – идея, которую воплощают по всей России. Например, это будет украшать один из домов в Уфе. А это граффити нарисовали в Подольске. Барнуле – это первый опыт. Я думаю, что эта акция родилась в головах молодежи после того, как 9 мая у нас на линию вышли 5 трамваев, которые тоже в стрит-арт тематике показывали благодарность молодого поколения старшему. Мы тоже не остались в стороне, приложили руку к будущему рисунку. На граффити ушло 10 часов. И вот она, первая неформатная благодарность языком современного искусства. Наверняка мы не знаем, кто здесь изображен, но предположим. Это Сергей Панашкин, а женщины в ярких халатах – Марина Бойко и Дина Подколзина. Все они работают в 5-й горбольнице, которая одна из первых была перепрофилирована в ковидный госпиталь. Портрет обезличен не случайно, ведь каждый теперь может посмотреть на него и узнать свое лицо. Мария Микшута, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.